более дружественное видео, потому что у меня настроение не очень хорошее. Про Филькины грамоты, да? Вот он диплом, он пенсфонду как бы не нужен. То есть за то, что я участвовала в конкурсе, потратила свое время, это воспитательный процесс с ребенком. Это общее проведенное время. То есть это вообще большая котировка, да? Из-за чего сейчас женщины, которые с детьми, получают рабочий стаж хотя бы, да? Вот у меня есть диплом, подтверждает, что я качественно занимаюсь ребенком. Но для пенсфонда это именно Филькина грамота, то есть они не котируют это. Если даже не понесла. Не понесла этот диплом, потому что, ну, им это не надо, да? Вот этот диплом, да, с фестиваля, он подтверждает, что мама мной качественно занималась, то есть она хорошая мама. Хотя это никому не надо в пенсионде, и это не будет моей маме стаж зачесть, что она хорошая мама, что она потратила на меня время. Вот этот диплом, да? Да, вот диплом первой степени, геологический. Это говорит о том, что я ходила в хорошую престижную школу, у меня хорошие родители, которые качественно мной занимались, очень хорошие педагоги, и те университеты, которые я выигрывала, да, не проигрывала, тоже никому не надо. Почему-то это не уходит в стаж ни мне, ни преподавателям, что очень обидно. После того, как судзащита еще, ну, сказала достаточно неприятные, обидные вещи, я имею полное право, ну, да, продолжить дальше называемый баби-бунт и скандал, потому что мне это не надо, маме это не надо, это никому не надо, эта грамота не нужна, понимаете? Это сделано, чтобы у кого-то другого была работа, назовем этого человека, ну, может быть, он без семьи, может быть, еще что-то. Но он распечатал бумажечку и получил за распечаточку полиграфии денежку, он провел фестивальчик, он получил денежку. Если этот человек не остановится сейчас вот вовремя, да, и начнет почему-то какие-то предъявы другим предъявлять, говоря, я на этом заработал, поэтому я круче вас. Нет, ты не круче нас, мы круче тебя, потому что мы семья, мы в этом участвовали, мы делали так, чтобы Барнаул был вообще интересен. Нету диплома первой степени по геологии в Новосибирской олимпиаде, детям не к чему стремиться, не надо, не надо. Я выложила фотографию сотрудника пенсионда, который врет. Я могу ему еще вот этот диплом, да, принести? Но номинально он не нужен. Не нужен. Он просто показывает, что я хорошая мать. А так денег он мне лично не приносит. Радости он тоже особо не приносит. Давайте осенние фантазии, да? Победитель конкурса. Приятно было бы, если бы это шло в трудовой стаж. Но тема эта женская, да, мы это все обсуждали. И, к сожалению, для сотрудника пенсионного это вот ноль. Это ничего не значит. Что очень неприятно и обидно, надо сказать.